Пожалуй, я бы сказал, что важнее всего знать, что не все будет получаться. У большинства студентов, у меня лично, не все получалось и не все получается. И когда у вас будут какие-то ошибки, какие-то неудачи в учебе, не останавливаться, продолжать по новой пробовать, и тогда вы достигнете результата. Если после первого поражения вы сдадитесь, вот тогда вы не дойдете к цели.